Решить сложный вопрос, связанный с оплатой за тепло, понять, как происходит расчет и начисление, а также узнать, как выгодно оплачивать отопление. Все это можно сделать напрямую с руководителями подразделений самарского филиала «Энергосбыт-плюс» прямо в офисе обслуживания клиентов. Такова суть акции, которую регулярно проводит ресурсоснабжающая организация. У нас на первой линии участвуют руководители, сотрудники, которые работают у нас в офисе, да, и которые непосредственно там формируют методологию какую-то. И когда они получают обратную связь от клиентов, они лучше понимают вопросы клиента, да, что хочет клиента, то есть потребности, надобности и то, что необходимо донести. Ну и, соответственно, корректируют под это работу всех наших офисов и клиентского обслуживания. Клиентам напомнили также про акцию «Весна тают пени». По ее условиям, если оплатить долг за тепло до 31 мая, то все начисленные пени за просрочку компания спишет. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.